23 февраля в селе Гамово Пермского района прошел праздник «Я патриот», приуроченный ко Дню защитника Отечества. В спортзале Пермской кадетской школы имени Суворова в пятый раз состоялся турнир по рукопашному бою, посвященный памяти выпускников, а также 285-летию основания первого кадетского корпуса в России. В состязаниях приняли участие юные единоборцы различных стилей и направлений, представляющие школы и спортклубы Перми. 23 февраля в честь праздника на массовую пробежку на площади перед барельефом «Фронт тылу» УДК Солдатова вышли пермяки-сторонники здорового образа жизни. Они провели массовую разминку и отправились на забег в сторону Камы по Комсомольскому проспекту. В Пермском доме народного творчества Масленицу праздновали всю неделю. 25 февраля горожане собрались здесь на семейное масленичное гуляние «Целовальная суббота». В традиционных масленичных русских развлечениях приняли участие и гости из других стран. В губернии всех желающих учили делать масленицу, угощали блинами и даже устроили детские и взрослые масленичные балы. А на улице у Дома народного творчества пермяки участвовали в шуточных боях, брали снежную крепость и сожгли чучело масленицы – символ уходящей зимы и ежегодного обновления природы.